Вот это босс, смотрите, какой у него меч гигантский. А что, у Фредди должен быть меч? Это же нечестно. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Думыч, Маквейт, Абгай, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем здорово. Ребята, я сделал в сообществе опрос, и все проголосовали, чтобы мы записали Майнкрафт. И у нас сегодня очень классная карта, это FNAF 1, пиццерия на выживание. Если себе текушьте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Это очень классная карта, она идет со сценарием, тут волны очень жестких аниматроников и фиолетовых человеков. Сейчас вы все увидите, и надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал и залетите в наш Дискорд. Ребята, первая волна, надеюсь, мы затащим. Ого, уже пошли бить! Ого, их много, я думал, что-то будет поменьше их. Эй, а чё их так много? Так, пока пацаны там мочатся, я похожу, вам покажу эту классную пиццерию. Она очень крутая. Кстати, она немножко измененная, не такая, как в оригинале, да, пацаны? Да. А что здесь, а чё здесь не так все? Офис почему-то... Чё почему-то офис? Классно ты объясняешь, давайте посмотрим, что здесь почему-то с офисом. Все нормально, мониторы есть. Экраны есть, все четко. Немножечко мы тут маленькие, но ничего страшного. Так, это у нас первая волна, она будет сейчас самая легкая. Дальше будет прям очень жестко. А вот мы заходим в главный зал, где уже самое интересное сейчас будет происходить, потому что уже пошла вторая волна. Мочим всех, мочим. Вторая волна немножко будет тяжелее. Я представляю, что будет на третьей, на четвертой волне. Мы только перед записью прошли две волны, чисто проверили, что все работает. Ну, до третьей мы не доходили. Но, я надеюсь, будет не так сложно, и мы сможем пройти. Так, я уже, пацаны, в туалет. Так, никому не надо в туалет? Так, я крышки как я не хочу. Могу, понимаете? Обычно Дима всегда в туалет уходит. Да я проверяю, что все работает. Ну, чё? Кстати, так прикольно сделать, как будто это зеркало, но я не отражаюсь. Это с той стороны тоже, да, туалет? Да, выглядит, как будто это зеркало. Так, вижу аниматроника. Бегу. Эй, ты чё стреляешь? А, кто-то уже тоже атакует, да, его? Так, пацаны, по мне только не стреляйте. Так, отлично, сложили. Опа, из сцены выходит вон там. О, Чика пошла. А чё она зеленая? А чё Чика зеленая? Ничего не понимаю. А чё, она должна быть зеленой, разве? Это что-то не то, может, у нас с светностью? Или что это вообще происходит? Так, стоять. Наверное, просто кто-то дальтоником был и покрасил ее зеленой. Да? Вместо желтого. Ну да. А кто по мне стреляет? Вы чё, пацаны? Так, давайте поедем немножечко, потому что тоже жизни не так уж и много. Давайте мы поизучаем еще эту карту и найдем аниматроника, который вот от нас запрятал. А вот он! Стоять, щенок вонючий! Тут еще ты че? Ага, ладно, они его мочат. Я видел, сюда кто-то пошел из аниматроников. Все. А, убили, да? Да. Маквей, ты че? Движуха. Четвертая волна. Мы что, сейчас так быстро пройдем эту часть, что ли? Ничего не понимаю. Ого, их уже здесь. Ай! Я могу выйти? Я могу выйти. Прикольно сделано. Так, ну что, Бонька у нас уже пошел. А Бонька, кстати, он замедляет. Да. Это спринт-трап, это спринт-трап. А, это спринт-трап, кстати, да. А в первой части что, есть спринт-трап разве? Я такого что-то не помню. Мочи, мочи. Ой, ребята, я вижу, наших уже хорошо мочат. Чтоб не посливались. Так, давайте будем помогать. Так, слили. Эй, эй! Кто там дерется? Вы чё, драчуны? О, я уже здесь. Нет, я не. Да не, нормально, все четко. Так, барная стойка у нас, все четко. Давайте сюда сходим. А, вон еще там аниматроника в куче. А интересно, мы сможем пройти эту всю часть? И что будет в конце? Напишите в комментариях, пройдем мы или нет. Так, пацаны, тут какие-то стрелы воняющие лежат. Так, а сюда можно подняться? Как будто второй этаж. Стрела замедления. Да? Ага, я и думаю, что тогда не мог быстро бегать, значит, они замедляют нас. Вон, аниматроники, пошли их мочить. Стоять! Стоять, щенок вонючий! Ты по кому тут стрелы крышишь? Давай, 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 давай! Я люблю в Майнкрафте всех мочить, мне это нравится. Конечно, у нас мечи фуфлыжные, но в этом есть смысл. Если мы взяли прям жесткое себе оружие, то было бы еще легче. Мы, кстати, взяли то оружие, которое по сюжетке нам и дается. Ой, пацаны, их тут много. Дим Спрингтрап. Отлично, спринт-трап. Тут Фредди розовый, это нормально вообще? У одного и нашего уже. А! И меня сейчас убьют! Меня сейчас тоже убьют, пацаны. Морковка. Меня зажимают, меня зажимают.
Вот блин, ребята, уже сложно пошло. Я думал, будет полегче. Золотой какой-то тут. Это Майнкрафт. Стрелами в голову. А ну, есть, красиво это было. О, уже пошло сложнее. А у меня же это начинает нравиться. Ого, их тут. Я буду стрелами издалека мочить. Это Золотой так. Фредди. Мы... Золотой Фредди пошел уже? Это босс. Да. Босс это файт. Босс, нормально. А я буду издалека их мочить, боюсь даже близко подходить. Так, ты ко мне не подходи, чувак. Я тебя боюсь. Ой, попал. Попал. Ого, их там, смотрите, сколько их там. Можно так просто стрелять наобум и попадать по-любому по кому-то. Это пятая волна, пацаны, у нас сейчас? Да. Да, это уже босс файт. А будет шестая? Ну да, шесть ночей, значит шесть будет. Ой, а представьте, я бесконечно убил. Здесь будет. Я босса убил. Легко его было убивать? Ну, тяжело. Ах! Беспешники охраняют. Так, стоять, щенок, ты ко мне не пройдешь. Ну, давай, давай. Ребята, если вы хотите с нами поиграть в Майнкрафт, обязательно заходите в наш Дискорд, потому что у нас очень большой комьюнити и много людей, кто любит эту игрушку крутую. Так, всех убили или еще нет? Нет, еще оттуда остался последний. О, что это за звук был? О, мы прожили все пять ночей. Мы поставили теперь очень сложный режим. Погнали, пацаны. Опа. Опа, что закрылось? Пацаны, закрылась пиццерия перед нами. Вот, отлично. Надеюсь, мы сейчас пройдем, потому что было нормал. Сейчас будет пожестче, очень жестко будет. Поэтому досмотрите ролик до конца, потому что мы, скорее всего, проиграем. Я даже более чем уверен, что мы все сольемся. А в пиццерию даже мародер пришел. Кто ты такой? Ну, это злой житель. А, мародерить пришел, воровать. Так, мочите его. Так, собираем опыт весь мой. Гнилое мясо, пацаны, будем потом жарить. Гнилые шашлыки буду нам делать. Дима, держи, на столе лежит. Гнилую. Кто? Гнилую пиццу. Шашлык. А, хорошо. Ну, у меня есть морковки. А у меня есть пицца. Так, мы всех убили или нет? Почему ночь не начинается вторая? Да, значит, где-то еще заныкался один партизан. Кажется, так, партизан, выходи. Знаю, ты думаешь, он где-то все-таки прячется, да, от нас? Я даже здесь. Знаю, где, скорее всего. Да, я угадал. Где он был? В туалете. Вот очкошник. Видите, ребята, аниматроники так нас боятся, что даже обосрались. Аниматроники с киди туалета. Так, вторая волна пошла. Я хочу сейчас прям очень много набить себе киллов. Чика с зачарованным луком. Это красиво отлетел. Да вы всех мочите, дайте мне кого-то убить. Вы чё? Нет. Может, он не рассчитан на такое количество людей, чтобы было тяжелее? Да я его убью. Они друг друга мочим. Интересно, кто топ-1 по киллам? Не знаю. Где еще? Пацаны, всех убили? Опа, да? Вот. Ага, мочите ты его. Чего вы меня бьете? Все убили. Один слился, теперь ты будешь без ничего. А твои вещи не выпали? Тут нет, ничего? Нет, не выпали. Я вообще-то чипу нашел. Дима, ты можешь сохранение инвентаря отключить, тогда у нас это... О, так кто проиграл? А у него сохранился инвентарь, да, сейчас? Да, у него сохранился. Блин, надо в следующий раз отключить, чтобы все начинали с нуля, кто проиграл. Ну смотрите, в тот раз мы не сливались. Ну, учитывая, что он убил обычный игрок, а не аниматроник. Это смешно как-то смотрится. У меня 12 алмазов, откуда они вообще выпадают? Ого. Вы видели, как на одного аниматроника налетело 100 тысяч человек? Третья волна пошла. Ого! Ты чё? Стрелочница. Или стрелочник. Так, и ждем здесь. О, блин, я уже думал, аниматроник мочить хотел. Так, залетаем сюда. А ну давай, иди сюда, щенок. Да смотрите, как вы их наказываете. Не даете даже мне никого убить. Вы что, такие неадекватные психи? О, можете, ребята, написать в комментариях, какой нам режим попроходить в Майнкрафте. Мне кажется, это будет очень интересно. Почитать. Если что-то будет интересно, мы обязательно это пройдем. Так, убили. У меня как раз есть идея. Какая? Пойти на Майнкрафт сервер, там есть один режим очень интересный. Так, давай, пойдем. Че бы и нет, если режим реально интересный. Там надо выполнять задание за... Не за время. Ой, мне надо морковку съесть. Ребята, меня убил аниматроник. Все-таки сложность сыграла большую роль. Меня смогли замочить. Я буду мстить. Ой, извини, я все... игроков всех лупашу я. Я псих с мечом пришел всех наказывать. Дима аниматроник. Да, я сговорился со всем. Да кто меня там бьет?
Пацаны, они меня сейчас убьют. Помогите. Прям сложно. Мне кажется, одному нереально пройти. Или реально, как вы думаете? Да реально. Ай! Да кто меня бьет? Ой-ой-ой, пора. Я морковку не могу съесть. Да ты тварь! Да хватит меня бить! Мне надо жизни пополнить, у меня жизни очень мало. Так, ждем, пока немножечко рентгенится жизнь у меня. Знаете, что самое больше напрягает? Когда с луком начинает мочить. Ты не понимаешь, откуда летят стрелы, их очень много. Так, где-то один заныкался аниматроник, потому что не начинается волна. Я следующая. Ай, меня... ты че меня бьешь, Радекс? Да вы че тут деретесь, дайте я его убью. Совсем офигели. Ребята, у нас, как всегда, угары веселья. Друг друга начинаем мочить. О, в конце ролика давайте PvP сделаем обязательно. Wave 5, погнали. Или это вы человек? А, стрелами мочат. Надо двигаться постоянно. О, убили! Блин, да эта сложность какая-то очень сложная. Ё-моё. Сложность сложная. А что ты хотел? Ой, лук поломался. А тут скелеты. Ой, то есть голубые аниматроники. У них какие-то цвета очень странные. Так. Смотрите, какая их там толпа. Просто долетели. Ого, с мечом этот был, да? Это босс был? А я вижу все, я пытаюсь всех убить. Вот это они долетели до нас. А он сзади. Я не сдамся, я буду жить до последнего. Вот это хорошая у нас сейчас битва. Вот это босс, смотрите, какой у него меч гигантский. А что, у Фредди должен быть меч? Это же нечестно. У него микрофон должен быть. А у него, видите, ему все-таки разработчик думает, дадим тебе меч. Микрофоном бить нельзя по башке. Он еще, кстати, очень медленный, вы заметили? Ну, это же босс. Дали меч, но при этом занизили ему скорость. Да откуда ты мой? Да откуда? По-моему, мы сейчас весь отель разнесем. Ты думаешь? А может в конце TNT взорвать все? Ой, да вы совсем... О, ребята, давайте, наверное, так. Обязательно кто влупит лайк и досмотрит до конца, в конце мы, значит, взорвем эту пиццерию. Сейчас только мы пройдем эту ночь, сразу вот, будем все вот минировать вот, здесь. У Маквейда уже ботинки поломались. Да, слышь, ты чё свои стрелы заныкай, знаешь? Мочите ее. Отомстите за меня. Все, прошли. Ура. Так, ну что, давайте PvP. Три... 2-1, погнали. А, у него же зачарованное все. Конечно, ребята, и щит взял. Мочи его со спины. Блин, классно битву мы запилили. У меня щит поломался. Да стой, я же... Ах ты тварь, я хаваю морковку. Все, Радекс слился. Тихо-тихо. Ой-ой-ой. Беги от меня, щенок, беги. Так, кто там у нас слился? Один только умер, и все? Я умер. Да не мочи его, но умер. Ого, его предвинду вывалилось, это просто жесть. Опа, я соберу, спасибо, Радость. Ой, минус обгай. Да тихо-тихо. А, обгай умер, все отлично. Думгай тоже умер? Да. Так, пацаны, где еще у нас игроки настоящие? Так, не мешайте только мне. Ай, не стреляй, не стреляй по мне, я же еще играю. Минус Маквейд. Так, стоп, а кто остался вообще? А вот с кем-то я... Кто тут? Кирилл Топ тоже живой еще? Да, я живой. Так, давай биться будем. Алло, я сдох, Кирилл, зачем ты меня бьешь? Давай, иди сюда, иди, иди. А тут стоп... Я проиграл! Ого! Нифига себе, как ты так быстро поставил их? Команда. А, ну все, давай, подрывай. Вот это сейчас будет мега взрыв. Наблюдаем. От пиццерии интересно, что-то останется. Все, я вижу поджог уже. Ой, да. Ой, пошел взрыв, я вижу, просчитывается. Вот это жесть. Ребята, меня залагало. Ну просчитывается, вроде бы нормально все. Я больше ТНТ взрывал, скажу честно. Ну я понял. Я тоже больше взрывал. Но у меня обычно вылетает Майнкрафт, когда я взрываю очень много их. Ой-ой-ой. Все нормально, все просчитывается. Я люблю такое делать. Обычно мы в Гаррис Моде все взрываем, а Майнкрафт что исключение, мы и тут все будем взрывать.
Там больше 30 тысяч динамита. Все, больше не ставьте, пацаны, пусть просчитывается. Надеюсь, будет все нормально идти. Короче, ничего не осталось. Сейчас посмотрим из вид сверху, что от пиццерии вообще останется. Так, вроде бы прекращает, да, уже активироваться или еще взрывается? Он все абсолютно, это должно все взорваться. Это кратер, что ли, останется? Мне кажется, да. Максимум еще летающие какие-то блоки. Так, я отлетаю немножко от эпицентра, чтобы у меня быстрее просчиталось. Ой, я да, отлетаю, смотрите, быстрее начинает Майнкрафт идти. Во, пойдет. И с неба падает и падает. А что не подскакивает вверх немножко? Это просчитывается или подлагивает так? Это они друг от друга так отскакивают. Ага, я понял. А, их все меньше и меньше становится. Можно так, ребята, посмотреть? Смотрим, что осталось от пиццерии. Просто ничего. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.